Так, короче, Эндерпуп на связи, так. Я сегодня хочу рассказать про новость, блять, это просто топ. У нас появилась новая музыка, это прикольно. У нас еще новая тема, когда ты входишь. Нет, появились такие плюшки. Вот раньше было тоже нормально, вот сейчас вот я стою на не на палке, а на вот этой. Называется сезонно что-то связанное средневековьем, с рыцарями, драконами и так далее. Классическое соревнование. Это что я не знаю, и вот это что я не знаю. Я просто только что зашел. Что можно еще изменить? Ну, у нас тут... Вот, у нас что появилось? Ну, как вы знали, были костюмы там. Топа вот такой, вот такой, вот такой, гуль. Ну и так далее. Анимации, эмоции, это понятно. И интерфейс, это новое что-то. Это точно, ну, смотрите, тут профиль стоит, Angry Dry, новичок. Новичок, ну, просто так пишут. Вот у нас боевой пропуск. Это вообще такая пушка. Второй уровень, 160 всего лишь. Это изи, просто одна катка. Романтичный, прикольный цвет, кстати. Одна корона на третьем уровне сразу же. С лёта вам дает корону, считай. Вот это тоже прикольное. Вот это вот новичок, это я не знаю, что это такое. Вот это вот орк. Вот этот тролль такой прикольный. Но он у меня точно будет. Вот тут уже три короны на 11 уровне. Это вообще хреново. Корон очень много. Тут две короны на 15 уровне. А, ну вот у нас еще это звание. Ну, цвета это понятно. Но цвет, кстати, прикольный. Вот, тоже эмоция прикольная. Башка синяя тоже. Наверное, буду в этом сезоне играть так нормально, потому что, ну, я играл только дней 10. Или сколько там, я не помню просто. Так. Ну, три короны на 21-м. Три на 21-м. Три короны. Понимаете, это какой еще топовый. Клоун тоже топовый скин. Так, ну это... Что у нас тут дальше? Раскраска такая себе. Башка найс, красный, до хот-дога сойдет. Но у меня нету хот-дога, я пипец, я так хотел. 5 корон на 36 уровне, это ж пипец, это ж можно будет скин купить. Викинг, прикольный вообще, топ скин. Триумф, триумф, кстати, я узнал, что это такое. Это когда ты выигрываешь, типа там вот это вот шняга и так далее. Ну когда ты выигрываешь, там корона, типа и ты что-то сделаешь с ней. Что у нас в магазине, наконец-то появились легендарные предметы. То есть у нас принцесса 11 тысяч лавров, это же слишком много. Вот есть еще кольчуга за 3к. Также есть вот этот, еще есть хряк, брысь, это триумф, я не знаю, не, я не буду покупать, я, наверное, куплю какой-нибудь скин крутой. В принципе, вот, просто объяснить, что важно, давайте. Так. Подождите. Вот, выбор трена, эти полоса препятствий, я еще в нее не играл ни разу, хочу посмотреть, что там. Сейчас посмотрю. Что тут, кстати, будет? Очень интересно. Потому что обычно это понятно. Там раунды. Все прикольно. Есть чудесные пути. Кстати, новые же раунды появились. Это же вообще офигенно. Тут нужно двигать в новых раундах предметов, чтобы проходить выше уровень. Это очень прикольный режим. Я видел просто на этом. Как его называют? В Снэкспике. Это еще давно было. 2 месяца, что ли, надо прикладывать. Нет, 2 месяца не может назад быть. Когда был Снэкспик? Когда говорили? Стоп, полоса препятствий. Так вот. Это же то же самое. Нет, я не понимаю. Я что-то не понял. А как? Что тут? Ладно, давайте сейчас. Ладно, пытаюсь на фул выжиться. Угу, я сейчас бежим справа. Все, погнали. Блин, я промазал. А, кстати, они что-то стали медленнее, мне кажется. Так, не мешайте. Блин, я упал.
Так, главное сейчас не зафейлить. Да, есть, я не зафейлил. Блин, меня зафейлил этот. Главное здесь не упасть. Все, изи. Считай это победа, потому что тут даже не надо напрягаться. Блин, не подкинули меня. Сливы вонючие. Ну все, это победа. Да, дальше, раньше я был на звон, это вообще пипец был какой-то. Я вообще так не умел играть. Я просто так тупо фейлил, вот первый раунд у меня был этот. Ой, ниндзя, блин, я хотел его купить. Слева от меня находится ниндзя. Он прикольный. Можно будет фулл сет, к концу этого сезона можно собрать фулл сет коронного чела. То есть 10 корон, то есть низ и этот. О, новый. Там были, там дофига новых раундов, офигеть. Я хочу в них поиграть во всех. Пожалуйста. Да блин, ну почему хит-парад? Ну, в принципе, это легко. Так, без приглашений подождам бы. Блин, ненавижу только в конце вот эти вот молотки. Стоп, так по сути это у нас тут... нет. Угу. Здесь не сольюсь. Ну это походу обычный режим. Блин, я упал. Как всегда, в принципе. Ну отошел. Что? Так такие же шняги. Это же. Блин, кто играет в Fall Guys, тот поймет, что это. Это такой угар просто. Ор выше год. Так, ниндзя, залетаем сюда. Покедова, чел. Спасибо огромное. Спасибо, нафиг. Отлично. Может даже сейчас финал выиграю. Только пожалуйста, главное, чтобы сейчас была не командная игра, например, лучше уж какой-нибудь хвост, чем командная игра, потому что ненавижу эту командную игру, потому что там одни бланы играют, или. Ой, блин, там медведь вон слева стоит, это с первого сезона, 43-й, что ли, уровень. А нет, максимум там 40-й был. Да уж, блин. Кстати, не заметил, сколько уровней в этом сезоне. Можно будет посмотреть. О, это паркурщики, новый раунд. Офигеть. Круть. Сейчас затестим. Ну, это уже командная, мне кажется, игра, потому что тут нужно как бы... Ой, блин, это ж вообще офигенно. Так, ну что, погнали. Пацаны, двигаем. Блин, не дают силы. Да, нужно пододвинуть. Чел, хорош. Вот ему респект, блин. Да ё-моё, спортсмен вонючий. Там по-любому уже кто-то прошел. Да, есть, я держусь. Блин, нужно вот так вот его пододвинуть. Качок, блин. О, есть, я его зацепился. Найс. Челы. Ой, чел. Просто я, блин, ни разу не играл в этот новый режим.
все, походу, меня сейчас выбьет. Блин, это ж... А, точняк. Паркурщики хреновы. Блин. Нет, топовый режим вот этот. Вообще, ван лав. Очень крутой режим сделали. Ну, сейчас, походу, второй уровень уже будет. Или сколько там будет. Да, нет. Блин, просто я, наверное, некоторые раунды сейчас начинаю тащить постепенно, но этот раунд постоянно нет. Так, давай сейчас посмотрим. Ну, нет. Все-таки классическое соревнование. Неповторимый оригинал, все раунды полагаются в одном. Это только бег с препятствиями, только хардкор. На старт внимание. Все, я понял. Там вот здесь вот обычный режим. А здесь я буду в этот катать. Так, ладно, ну шо, вот я сделал обзор на Fall Guys 2 сезон. Давайте, всем пока.